Всем привет! Сегодня совершенно короткое видео о чистилке для фрез. Когда вы работаете на огороде, вот как я сегодня, наматывают на них совершенно немало, у кого как. Это в зависимости от сорняков, от корней и так дальше. Вот какая у меня чистилка. Вот висит она прямо на мотоблоке. Здесь раньше нож висел хозяйственный, а сейчас вот такая штука. Так, сейчас я сниму, хотя и снимать то тут особо нечего. Вот ручка, просто кусок шланги, видите, вот уже от времени он потрескался, кусок стальной, действительно хорошая сталь, наверное, пружинная какая-то, не знаю из чего. Это была проволока, здесь шестерка, на конце заострено было, сейчас уже затупилось, надо бы сделать. Ну и здесь карабинчик, ну это кому как. И очень даже неплохо справляется со своими задачами, я вам скажу. Сейчас камеру установлю и посмотрим. Ну вот как она работает. Когда хотя бы часок, но это все от земли зависит. Поработал. Здесь может накрутить такие ауры. Особенно чем полезно в том, что у нее две вот эти проволочки, и можно вот так снимать. Не скажу, что прямо на ходу, но в поле. Это я уже сегодня работу сделал. Конечно, проволоку не снимает, но вот веревка какая-то или шпагат, что это, не знаю, это убирает. Я знаю, многие пользуются такими вещами, такими подобными. Напишите, если у вас есть такая вещь и из чего делали, может быть, у вас чуть лучше есть и мне будет полезно. Ну все, ребята, пока.